таких количествах продают рис. Эти помидоры, они считают фруктом. Китайские булочки. Невероятное количество китайских вареников. На любой вкус и цвет. Честно, даже не спрашивайте, что это. Ну, а перепелиные яйца. Чай с молоком даже вот в таких бутылках продают. Китайские швепсики с персиком, лимон, лайм, сникерс с персиком. Еще Чинтао.